давай знакомиться. Меня Саша зовут. Егор. Егор, задаю тебе 7 вопросов по городам. Отвечаешь правильно на 7, я тебе бабосы даю. И скажи, на кого ты учишься? Химик-лаборант. Ну, это чуть не твоя специальность, но в целом ты должен справиться. Да. Как называли город Стамбул? Это вопрос на 1 балл, он очень легкий. Просто если я тебе первую букву скажу, ты сразу угадаешь. Подсказывать? Я не знаю. Кан. Ста. Константинополь. Видишь, как легко? Легко же. Так, когда ты знаешь, то легко. Когда нет, то не очень. Екатеринбург. Как называли раньше этот город? Свердло. Вот видишь. Так это с подсказками, конечно, легко. С подсказками легко. Хорошо, я не буду подсказывать, раз ты так хочешь. Так я и не знаю. Ладно, хорошо. Минск. Как называли раньше этот город? Не знаю. Там одну букву нужно изменить, букву И. Мен. Минск. Минск. Так, видишь, вообще как... Это все логично, не, все логично. Нелогично. Почему нелогично? Хорошо. Зачем одну букву изменять? Ну и видишь, им так понравилось, батько-то. Волгоград. Как раньше называли этот город? Ну, изи же вопрос. Константинополь или как-то там? Это же Стамбул. Так я не знаю. Там же что? Волгоград. Сталин? Сталинград. Сталинград. Видишь, как изи все. Ты все боишься? Нет. Ну ладно, давай там дальше. Готов дальше? То мы уже вальс с тобой танцуем. Ты заметил? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ладно. Самара. Как называли раньше этот город? Не знаю точно. Куйбышев. Вот видишь. Ты все знаешь. Не знаю. Ты все знаешь. Подсказка, конечно. Нижний Новгород. Как называли раньше этот город? Нижний. Нижний Та? Тагил. Нижний что? Тагил. Ты молодец. Ты заварил все вопросы. Я знаю. Из 7 у тебя 0. Все. Что скажешь? Ничего. Давай тебе легкий вопрос задам. Очень легкие. Знаете, ты должен знать ответ. Просто. Просто. Если ты на эти не знаешь ответа, мне будет стыдно. Из-за тебя, из-за твой колледж. Я тогда схожу к ним в гости и скажу, как так? Егор, да? Угу. Егор не отвечает на такие вопросы. Изи. Назвать все океаны Земли. Тихий. Так. Индийский. Значит, нет. Индийский потом. Ты, видимо, выиграть ледниковый. Денег не хочешь. Какой? Ледниковый? Ну, это северно-ледниковый. Северно-ледовитый. Так, еще один. Еще один. А можно закончим программу? Я пойду. Закончим программу. Нет, не закончим. Мы уже все здесь. И твоя... Как преподавательницу твою зовут? Почем? Ну, по-любому. Ну, главную твою. Классуху. Александра Юрьевна. Александра Юрьевна, передай ей привет вообще. Она будет смотреть, я завтра к ней схожу в колледж твой. Ты не знаешь, какой мой колледж. Он в другом городе вообще. Хреново. Ладно. В чем измеряются амперы? В джоулях. В джоулях. Почему? Там просто такого не было. Ладно, хорошо. Сила тока. Теперь ты знаешь немножко больше. Вольты. Сила тока. Это ответ. Что сила тока? Это ответ уже. Ага. Так, вот, все, это изи вопрос. Сколько секунд в одном часе? Это же легко. Три тысячи шестьсот. Кто тебе подсказал? Она? Первую строчку России гимна знаешь? Россия, священная наша держава. Дальше. Могучая воля. Ладно, братан. Ты молодец.